В результате ДТП пострадали два человека – водитель и пассажир иномарки. Они получили различные ушибы и после оказания медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение. Кроме того, в салоне автомобиля «Форд» на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве находился 6-летний ребенок. Благодаря детскому сиденью мальчик не пострадал. По факту происшествия проводится проверка, устанавливается степень вины каждого из водителей.